Что это было? Как оно так сверху показывает? Я не понимаю. У нас же там GoPro не прицеплено. Сейчас машину в эту въедешь заднюю. Не знаю, не хочу быть водителем. Ну что, на судьба, что ли, возить тебя? Да не, мне придется. Или Кате придется, потому что ты все-таки это... Чем старше становишься, тем опаснее, мало ли. Сердечный приступ за рулем. Не, ну такое бывает. Внимательность у меня. Да, и внимательность падает. И ты, мам, тоже. Да, конечно, я сижу. Нет, ты постоянно разговариваешь в машине. Я говорю с тобой. Ну, отвлекаешь, Костя? Не вздыхай так тяжело, а то умрешь нахер. Тебе так глубоко вздыхать нельзя, ты ж старый уже. А то вздохнешь и не выдохнешь. Тут магазины под открытым небом, обалдеть. Вот это класс. Вау, гляньте. Класс, Алис, смотри, на веревочках куклы. Боже, это же мечта моего детства. Просто вот эти куклы на веревочках. А здесь они еще крутые такие. Серьезно? Ты не верил? Не верил, нет. Алис, он из конструктора. Посмотри, даже маленькие детальки. Я в шоке такой большой. Давай посмотрим, интересно же. Здесь столько лего. Вау. Жарко. И воды с собой нет. Манекены какие-то вызывающие. Иди ко мне, мармеладка. Буду наказывать. Сюда надо привезти Алису обязательно. Ты только посмотри на это. Мало того, что здесь очень крутые эти, как их, попыты, так тут еще сумка с хаги-ваги есть. И маленькие хаги-ваги. Можно играть, что это детки. Смотри, она как перчатка. У нас такой нет. Смотри, самоед даже нарисован. Мама, это неудобно. Руку засунуть и чесать. Неудобно. Очень удобно. Бабушка говорит, это какашки убирать с собой. Я видела, такую штуку, которая такие, знаете, всякие. О, Господи, сплошные ворчания. Отпнись и не гавкай, мам, навошка. Пиньяты, я так и стала, где купить пиньяту. О, Кать, надень торт на голову. Ну, надень, пожалуйста. Ну, Кать, пожалуйста. 30 есть. А тебе надо 40. Тебе надо 20. 50. Ах, была как Буратино, я когда-то молода. Нет, конечно, еще черный похоронный. Мама, уже очень сильно заждались. Ой, как это читать? Кто это вообще такое позволил себе написать? Какая-то чепуха, ересь какая-то. Это кто написал? Ты. А, достойная работа. Что?